Копье Адуна. Вершина творения Кхалаев. Последний из трех ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные узы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный атлас обновлен, Иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся, Каракс. И освободим тамплиеров. Ну что ж, мои друзья, с вами снова, как всегда, Дезертир. И мы будем здесь решать... Собственно, куда нам идти, куда не идти, на выбор Кархал либо Шакурос. Ну, мы посмотрим, что здесь вообще есть. А, выйти из режима кампании? Нет, я не это имел в виду, видимо. Я должен решать. Давайте полетим на Кархал. Айур вновь потерян. Мечты отвоевать его рассыпались в прах. Мы должны прекратить это безумие. У тиранов на Кархале есть ключ Зелнага. По словам Зератула, он должен привести нас к спасению. Я не видел командира Рейнора уже много солнечных циклов. Но думаю, он с радостью передаст нам ключ. Ага, как же. Неразим и Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться, прежде чем это сделает Амун. Встретиться с Рейнором или добраться до темных? Это большой выбор. Думаю, что мы встретимся с Рейнором. Говорит командир Джеймс Рейнор. Артанис? Дружище, как же я рад тебя видеть. Друг Рейнор, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Головорезы Наруда. Нападают на планеты по всему сектору, никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды. Воистину, от Амуна не укрыться нигде. Укрепить эти перегородки, все к отметке Альфа-7. Нужно сформировать линию фронта. Они захватили нашу орбитальную платформу Небесный Щит и уничтожили атмосферные стабилизаторы. Она теряет высоту, и если упадет, Августграду конец. Мы не допустим этого, командир. Свяжите их флот боем. Не подпускайте к нам. Прямо как в старые времена, приятель. Прежде чем вступать в бой с противником, будет разумно изучить наши боевые резервы в военном совете. Каракс, даже без света Кхалы я чувствую твою грусть. И твою боль. Даже копье Адуна не радует тебя. В этом все и дело, Иерарх. Лишь
лишившись Кхалы, я ощущаю себя ослепшим. Я не могу почувствовать твоих эмоций, познать глубину твоих мыслей. Не могу ощутить поддержку других фазовых кузнецов. Я испытываю одиночество. Я тоже чувствую изоляцию, бесконечную пустоту. Но знай, что ты не одинок, брат. Не представляю, как темные тамплиеры жили с этой утратой. Нас ждут нелегкие времена. Кхала больше не связывает нас, Каракс. Но мы все еще одно целое. Мы преодолеем это испытание. Ибо у нас нет другого выбора. Ну что ж, я с ним согласен. Нам действительно не предоставили выбор, что нам делать, и не помогли никак решить проблему смерти друзей и близких. Как говорится в одной замечательной игре, война. Война никогда не меняется. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнор. Скорее, удача. Удача? Понятие, которое придумали люди. Мы, протосы, видим всю канву событий, за которыми скрывается единый план. Не важно, что вы там видите. Главное — результат. Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт, он называл его ключом, может привести нас к Зелнага. А где он сам? Темный прилад погиб на Айюре. Он завещал мне продолжить его поиски и найти способ остановить Амуна. Черт. Так и знал, что этот крестовый поход не доведет его до добра. Это тяжелая утрата. Я знаю, он был тебе другом. Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт. Потерял кучу бойцов. А все из-за его пророчеств. Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя, забирай. Ну а сейчас нам надо подумать о том, как спасти город. Окей, мы об этом еще подумаем. Доступно, естественно, задание. У нас проблемы с небесным щитом, старина. Если его не починить, Августград исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают мёбиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться. Итак, корпус Мёбиуса оборудован некоторыми войсками. Это риперы, гасты и, соответственно, воздух. Воздух, который они будут против нас применять. Если честно, это не очень-то интересное, приятное событие. Ладно, мы сейчас находимся на мостике и можем переместиться в военный совет. Хранитель, выведена из стазиса. Ее нейронные узы целы. Она связана с Кхалой. Стой! Я Рахана, великий хранитель Велари и твой советник. А ты, полагаю, командующий вершитель. Темный бог не подчинил тебя? Но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли, но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание Кхалы. Уверяю тебя, я не поддамся злу и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех протосов, живших до того, как меня погрузили в стазис. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей. В этом зале ты сможешь выбирать нужные тебе войска. Я Артанис, иерарх Делаамов. Я возглавляю остатки нашего народа. Твои воспоминания действительно полезны, Рахана. Но если ты поддашься скверне Амуна, мне придется тебя уничтожить. Понимаю. Я готова к наступлению смутных времен. Идем, и ты увидишь, зачем нужны эти залы.
Иерарх, панель комплектации готова к использованию. Мы можем начать в любой момент. Ну давай тогда поговорим сначала. Мне доводилось только слышать о великих хранителях. Я даже не надеялся встретить одну из них на этом корабле. Это неудивительно. Мои сестры и я уникальны. Нас с рождения учат тонкостям обращения с Халой. Я постигла всю ее глубину, познала все оттенки эмоций и каждую грань воспоминаний. Из-за этого дара нас погрузили в стазис, чтобы мы могли прийти на помощь своему народу в будущем, в час великой нужды. Твои сестры находились на борту других ковчегов? Значит, они... Слились с Халой. Погибли, когда зерги напали на Айур. Я знаю. Я чувствую эту трагедию намного сильнее, чем ты можешь себе представить. На тебя возложена тяжелая ноша, Рахана. Такова моя судьба. Судьба, которую предвидели создатели этого корабля. Положись на их мудрость, Иерарх. Я буду служить своей цели так же, как ты служишь своей. Ну что ж, давай попробуем что-нибудь создать. Панель комплектации позволяет тебе выбрать войска, доступные благодаря открытым нами технологиям протосов. Итак. Вначале выбери тип войск. Ближний. Теперь выбери один из двух типов войск, которые ты хочешь использовать в грядущих битвах. При необходимости в дальнейшем можно будет изменить свой выбор. Нифигово так сделал ты. Темные стражи ждут. То есть как бы они блинкуются, прорываются сквозь союзников, перехватывают наземные войска противников на короткое время, оглушая наземные войска. Вот это такой оверчардж неплохой. Еще есть больше заданий, чтобы получить доступ к дополнительному. Хватает наземные войска противника, способность наносить урон ближайшим наземным войскам. Ну, я думаю, что вот это будет полезно. Стражи. Окей. И сталкеры. Я здесь. Восстановление щита. После телепортации в течение короткого времени восстанавливаю щит и наносит дополнительный урон бронированным единицам. А драгун? Увеличивает урон, дальность атаки за здоровье наносит дополнительный урон бронированным боевым единицам. Прикольно. Я выбираю драгунов. Все? Думаю, да. Ну что ж, перейдем к заданию, дорогие мои друзья. Дела. Небесный щит долго не продержится. Если так пойдет и дальше, где-то через 10 минут, вся платформа рухнет на нашу столицу. Ты был прав, командир. Пока мы беседуем, корпус Мёбиуса выводит из строя атмосферные стабилизаторы. Иерар, их еще можно отремонтировать. Ага, если после корпуса Мёбиуса вообще останется что ремонтировать. Артанис, если ты можешь помочь нам справиться с этим отрядом, мои ребята в два счета подлатают стабилизаторы. Так мы выиграем немного времени. Надо действовать быстро. Чтобы остановить падение, потребуется мощность всех 5 стабилизаторов. Что может быть проще, чем остановить все это дело? Ладненько. Центурион у нас будет чарджиться. Это просто замечательно. Мы у центрального стабилизатора. Уничтожив силы противника рядом с ним, мы получим плацдарм для дальнейшего наступления. Мы ждем. Ну давайте мы проскачем немножечко вперед. А здесь всего ничего народу. Сейчас мы чарджнемся. Мы защитим этот мир. Кабум, кабум, кабум.
Мне не очень понравилось, как они чаржились. Отлично. Вот сейчас они неплохо чаржились. Ну, в общем-то, я думаю, нормально. А для начала неплохо, по крайней мере. Так, у нас есть драгуны. Что может быть замечательнее, дорогие мои друзья? Всегда начеку. Оценка ресурса прочности обновлена. Командир, твои ремонтники могут приступить к работе. Замечательно. Спасибо, Артанис. Мои ребята установят там радарную вышку. Она подаст сигнал, если кто-нибудь из корпуса Мёбиуса попробует туда сунуться. Так, но мне нужно... Что мне нужно? Не нужно взять и, я думаю, как-то... Нанимать драгунов, например. Мы возродимся в крови и огне! Сюда движется отряд корпуса Мёбиуса. Каракс, задействуй системы вооружения копья Адуна. Системы бомбардировки готовы к работе. Приготовьтесь к орбитальному удару. Это просто охрененно. Ну что ж, тем не менее, враги движутся. Иерарх, теперь ты можешь нанести орбитальный удар с помощью панели команд копья Адуна. Я вас услышал, мои дорогие друзья. Нужно построить больше пилонов. Они дают нам припасы для обучения новых воинов. Раш выполняет приказ. Давайте дальше нападать. Мы на них. Так, надо взять немножечко. Твоя воля, немножечко закон. Юнитов. Так, и давайте мы с вами построим пару драгунов еще, я думаю. Наши клинки дошли. Я засек впереди электромагнитное оружие. Пульсация, исходящая от этого устройства, постепенно повреждает наши щиты. По возможности его надо уничтожить. Ну что значит по возможности? Выполняя дополнительные задачи, в будущем ты поможешь мне увеличить мощь копья Адуна. Так. Я вот думаю... Мы защитим этот мир. Так. Вот. Мои предположения оправдались. Отлично. Эти соларитовые реакторы можно использовать, чтобы увеличить отдачу энергии солнечного ядра. Я вижу на этой платформе еще два подобных устройства. Разыщи их, если будет возможность. Обязательно. Нужно построить больше мне пилонов. Нужно больше пилонов, действительно. Давайте это сделаем. Мой путь сокрыт в тени. И будем больше добывать нужно построить больше пилонов. Наших ребят. Так, давайте сюда. Мы защитим. Сколько у нас? 50. Окейшки. И у нас очень мало минут осталось, в принципе. Если так смотреть, судить. Страж выполняет приказ. Хорошо. Чаржимся. Да будет так. Чаржимся. Непоколебимый. Замечательно. Драгуны просто великолепная штука. Ну, в принципе, мы смотрим сами, кого мы будем делать. Страж выполняет приказ. Замечательно. Чарж работает именно так, как я хотел, чтобы он работал. Мне это безумие нравится. Но что мне не очень нравится, это то, что все-таки, несмотря на хорошую работу чарджа, у нас есть небольшие проблемы. Приказывай.
Мой путь сокрыт в тени. А, по урону. У нас, к сожалению, не особо большой урон. Это не очень хорошо. Да будет так. Так, давайте мы... Ага, мы не можем атаковать закрытые зоны. Твоя я понял. Закон. А, чаржимся во все. Корпус Мёбиуса занял выгодную позицию. Но с помощью орбитального удара мы можем ослабить их оборону. Да мы и так справляемся как бы. Да будет так. Орбитальный удар я лучше оставлю на что-нибудь более полезное. Покусал, конечно, сам себя, да? Ничего страшного. Страж выполняет приказ. Сейчас там Рейнер придет. Оценка ресурса прочности обновлена. Замечательно, Рейнер пришел. Отлично. Ремонтная бригада уже в пути. Так, и давайте. Будьте начеку. Похоже, корпус Мёбиуса решил укрепить оборону стабилизаторов. Готовьтесь встретить серьезное сопротивление. Отлично. Встретим, хорошо. Корпус Мёбиуса стягивает силы к нашему Нексусу. Приготовьтесь обороняться. Чтим этот мир. Мы непоколебимы. Давайте действительно обороняться. Чардж. Чардж, друзья мои. Я бы порекомендовал вызвать больше фотонных пушек. Они помогут защитить наш Нексус от атак противника. Мы на страже. Стоп, я что-то сейчас вот недопонял. А почему у меня... не сломить. Получается, что нету... часа. Кое-чего. Уничтожено, точнее, точнее не уничтожено. Я же вроде... Окей. Щиты он нам ломает. Негодяй такой. Это хреновенько. Чарджим, 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 чарджим. Замечательно. Давайте уничтожим эту гадость. Замечательно. Телепортирую соларитовый реактор на борт. Замечательно, 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 мои дорогие друзья. Ох, как вчаржились-то, видали? Класс, просто вот этот чардж божественен, я бы сказал. Просто божественен. Так, давайте. Мы непоколебимы. Смотрите-ка, можем сделать вот так. Бам, 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 бам. Бам. Ну, это не особо мне ничего не дало, но, блин, почему бы это просто не сделать, потому что мы можем. Блин, конечно, они офигенно чарджатся, серьезно. Это имба чардж. Давайте, возьмите, пожалуйста, газ. Так, давайте побольше делать драгунов. Не, хочется больше драгунов. Нужно построить больше пилонов. Мне даже пилонов не хватает. Сколько драгунов я могу построить? Давайте, действительно, построим больше фотонок. Задал ты им жару, Артанис. Рейдеры, обеспечьте прикрытие. Сделаем вот так и сделаем, допустим, вот так. И вот так. Замечательно, теперь пилончик. Мне осталось не так уж много времени, если честно. Нужно построить больше пилонов. Больше пилонов, да уже стоит больше пилонов. Страж выполняет приказ. Замечательно, замечательно, замечательно. Давайте сюда. Сейчас там будет чуть-чуть адовое сражение, я так понимаю. Зачарджились, въехали. О, вот это не очень хорошо, но чардж должен помочь. Был бы. Но не, смотрите, помог. Чардж действительно помог. Мы защитим этот мир. Чарджнитесь, пожалуйста. Нет? Да. Замечательно. Мега чардж, серьезно. Он идеален, он офигенен. Он мне очень нравится. Чардж, бум-бум-бум.
воля. Вовремя построил воздух. Краш выполняет приказ. И мы идем на последнюю. Третий стабилизатор свободен от врагов. Так, сюда надо поставить. Понял, приступаем к ремонту. Похоже, Мебиусы здорово разозлились, друг. Стабилизаторы теперь охраняет куча народа. Прежде чем ввязываться в драку, собери достаточно войск. Да мне, в принципе, пофигу как-то. Я и так более-менее нормально все это дело делаю. Этот мир. На основную базу они, так понимаю, идут. Ну, пофиг. Пофигу. Да будет. Последний соларитовый реактор уже на пути к кораблю. Я как можно быстрее приступлю к установке. Замечательно. Он приступит к остановке, а я тем временем приступлю к уничтожению всего остального. Надеюсь, у меня хватит времени. Какие дела, ребят? Какие дела? Мы непоколебимы. Чардж. Да будет. Обожаю так. Чардж. Он просто великолепен. Страж выполняет так, приказ. Давайте. Давайте. Клинки нашли врага. Подстроим здесь. Ребят, в принципе, просто идеально, офигенно. То, что вот накапливается количество. Баланс там. Здесь даже не приходится строить ничего, фактически. А этот чардж против танков просто имба вообще. Ну, естественно, в миссиях такого мы, наверное, не увидим. В обычных. Но, тем не менее. Мы защитим этот мир. Приказывай. На связи. Мы непоколебимы. Просто через такую вот атаку. Моя воля, закон. Зачищаем все это дело. Я тебя, ну. Мы ждем своего часа. Мы на страже. Замечательно. Да будет так. Все просто великолепно. Моя воля закон. Страж выполняет приказ. Так, ну, дочищаем здесь мы все. Мы непоколебимы. Мы через 12 минут упадет этот мир. Упадут щиты. Отлично. Корпус Мебиуса остался без еще одной базы. Дальше мои ребята сами разберутся. И мы. Страж выполняет приказ. Страж к пульта. Так. Главное, не дать им все-таки. Мы не покорим. Уничтожить пилоны. Если не дадим это сделать. Страж. Что, мы не дали это сделать. И варпаем сюда больше наших друзей. Непоколебимый мой путь. Оценка ресурса прочности обновлена. Прямо под контролем противника остался лишь один стабилизатор. Мы должны спешить. Да вроде мы этим и занимаемся, как бы. Вот тем временем Рейнер тут все замечательно настраивает. Молодец, что я могу сказать. А вот уже два. Два сразу можем построить. Последний. Приказ. Какие дела? Мы защитим этот мир. Моя воля закон. Друг Рейнер, небесный щит стабилизирован. Корпус Мебиуса отступает. Дальше контроль над станцией будет осуществлять адмирал Хорнер. Должен признать, за мной солидный должок, партнер. Победа, мои дорогие друзья! С вами был, как всегда, Дезерт Сир. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!